В столице сегодня собрались герои популярных комиксов и мультфильмов. Халк, Человек-паук и Капитан Америка водили хоровод вместе с казахскими батырами. Все они стали частью новогодней шоу-программы для детей. Праздничная елка от имени администрации города прошла во дворце школьников. В этом году наши дети показали хороший результат. На республиканских олимпиадах 103 наград, из них 21 золото, остальное серебро, бронза. А на международных 53 наград, из них 9 золота, остальные серебро, бронза. Ну, для этого нужно нам всем хорошо учиться, еще раз слушаться родителей и учителей. Тут было очень весело, все ребята довольны. Мне тоже очень понравилось. Мне понравились разные интерактивные игры, герои, те, кто тут ходит. На елку пригласили 200 детей из социально уязвимых слоев населения. Каждый ребенок получил сладкий подарок и сертификат на 100 тысяч тенге. Детям-сиротам, детям-инвалидам делается много интересного мероприятия. С конца ноября месяца по сегодняшний день более 100 мероприятий, которые мы охватили более 15 тысяч таких детей. Это наше будущее. И мы хотим, чтобы наши дети всегда помнили, что государство всегда будет их защищать, всегда им помогать.